Я Ибрагима Камила, ученица 7-1 класса. И я Умахана Шагид, ученик 6-1 класса. Рада приветствовать вас в лучшей гимназии нашего города, гимназии номер 1. Мы счастливы, что вы посетили наш скромный храм науки. We welcome you from the depth of our hearts. During your tour, you'll get acquainted with the history and today's life of our school. We shall show you its sights. The school is not large, but very nice. It's famous for its high quality education and strict discipline. The teachers are the best, and the pupils are the friendliest. We are glad to welcome you in our big family. Вот с такой демонстрацией свободного владения английским языком гимназистами была начата встреча, организованная по инициативе начальника управления образования города Махачкалы Тагира Мансурова совместно с начальником городского управления образования Русланом Ибрагимовым по обмену опытом по вопросам состояния качества образования олимпиадного движения. Руслан Ибрагимов отметил, что цель мероприятия – показать качество образования, получаемого учащимися города, и уровень проводимой олимпиады СКФО «Будущее Кавказа» на территории Хасавюрта на протяжении многих лет. Наш бренд – это то, что мы проводим телемосты, видеоуроки, видеоконференции с иностранцами по английскому языку и, соответственно, учащимся школ центральных городов России тоже. Москва, Орехово-Зуево, там у нас много, и Самара, Владимир. И в дальнейшем наша поездка будет сейчас в Махачкалу, соответственно, подписание договора о сотрудничестве между двумя управлениями, двумя городами. Сегодня это первый приезд, такой ознакомительный. Мы поедем, мы тоже ознакомимся и будем заключать договор и будем дальше тоже сотрудничать в области образования. Прибывшим гостям была предоставлена возможность посетить уроки у гимназистов и понаблюдать за учебным процессом, в ходе которого Тагир Мансуров отметил качественную и организованную программу проведения уроков. В продолжении подчеркнул, что на сегодняшний день гимназия номер 1 является одной из лучших гимназий в городе с уклоном на английский язык. Что касается сотрудничества, конечно, в ближайшее время мы ждем делегацию города Хасавюрта в Махачкале. Мы тоже покажем мастер-классы, наши педагоги покажут. И я думаю, вот такая работа совместная дает скачок и образованию, и обмен опытом между нашими педагогами. Как отметил Руслан Ибрагимов, одной из основных задач, обозначенных министром образования и науки, это участие в олимпиадах не только на территории республики, но и по СКФО. И вторая – это поднятие качества уровня образования. По словам Ибрагимова, в ближайшее время в столицу республики отправятся и хасавюртовские преподаватели, методисты и другие работники образования для обмена опытом. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».